Веселина – випускниця дитячого садочка. Моя дочь, вона дуже общительна, вона дуже говорлива. Тобто вона ходить в театральну студію, і їй от потрібно кудись цю енергію воплощати. І якщо вона воплощається от в якісь веселі, полезні або смішні ролики, то чому б і ні? В ролі оператора сама матуся. Мама розказує, о чому мені говорить, а я сама вже слова придумала. Текст і сценарій завчасно не придумують. Ми все робимо з першого дубля, без повторів. Іменно це от, ну, доставляє тому удовольствие, іменно це от, ведет к просмотрам, оказывается, і доставляє удовольствие другим. Мені цікавіше робити відео, тому що в ньому треба двигатися і робити різні подвижні движення. Здравствуйте, я дівчинка Веселин. Я сьогодні я розкажу рецепт. От у мене там петрушечка, укропчик і зелений. Подібне відео допомогло Веселинці навчитися ковтати пігулки. Нічого не дійствувало до того моменту, поки ми самі не побачили. Я вже листала просто ролики в Ютубі, на як навчити дитину пити таблетки. І поки ми не знайшли один легкий ролик, от такий же звичайний, знятий з першого дубля, де дівчинка показувала, от таблетка, от водичка, це я роблю так. Сразу мій дитина навчився після цього пити таблетки і всім ще й розказав, що її навчив відосик. Як стверджує пані Тетяна, міні-блог Веселини має вплив на друзів дівчинки. Діти, посмотрів, хоча б вирішились спробувати зелень. Вони до сих пор не були в вкусі, що можна отак взяти веточку петрушки і, собственно говоря, її з'їсти. У юного блогера вже є задуми щодо тем сюжетів. Я би ще хотіла зробити окреме відео о різних пород собак і кошок. Мама обіцяла, якщо я буду навчусь хорошенько ухаживати за своїм цвітком, подарить мені мопсиком. Тож чекаємо нових роликів від маленької Веселинки. Ну, могли побачити, що такий доволі позитивний сюжет, користь, їсти там зелень, пігулки, начебто все позитивно. А взагалі питання дискусійне, тому що багато є за, багато проти. Тож давайте про це поговоримо. До нашої студії завітала Анна Демір-Палат, психолог. Доброго ранку. Отож, дитяче блогерство, за чи проти, будемо роз'яснювати. Ось ми бачимо, що мама, наша героїня, вона за, вона радіє, вже багато ідей. Я із тих, хто проти. Тому що чому? Ну, не подобається, коли діти лежать в ліжку і там знімай мене, показують, як вони харчуються, що вони роблять. От, давайте розбиратися, ваша фахова думка. Але перед цим у нас є ще невеличке відео, і ви зараз розумієте, чому я проти дитя. Дитячого блогерства. Давайте переглянемо. Привіт! Ви на каналі Зуйна Аня Вістона. І канал – це малий канал! Я вірю на каналі. Давай, всім привіт на каналі Таня. Вставайте! Да! Ну как? Вот такая у нас красивая кука получилась. Ну, попрощаться с вами. Ну, от бачили, да, що, наприклад, що можна сказати з цього приводу? От весь процес від самого рання дитина прокидається. В основі любых наших интересов лежат какие-то очень важные, ценные для нас вещи. То есть если мы чем-то занимаемся, если ребенок чем-то увлекается, да, то за этим стоят определенные потребности, и они очень важны. Да, например, если
у ребенка маленького, то у него одна из таких, ну, таких значимых вещей и ценностей в период развития, это как раз вот интересоваться чем-то, увлекаться uh-huh. чем-то, заниматься чем-то новым и узнавать что-то новое. А тем более, если говорить про блогерство, то это возможность, как когда ты делишься знаниями, немножко расширять эти знания, что-то тоже больше узнавать, и также ими возможность делиться, лучше их понимать, что ты представляешь, да, какой материал ты представляешь. Здесь такая действительно базовая потребность у детей дошкольников и младших школьников. Но, кроме того, там же лежат еще другие потребности, да, это потребность в удовольствии, получать удовольствие, потребность в признании, потребность во внимании, потребность в принятии меня такой, какая есть, я выступаю, uh-huh. да, и в дальнейшем это, можно говорить, как будто маленькие капельки потребности в самореализации, то есть как-то себя тоже предъявлять, показывать и реализовывать свои какие-то таланты. Так, от все, знаєте, показувати, сприймати, вони дуже часто такі манірні, підписуйтесь на мене, от кажуть цими завченими фразами, у нас є ще одне відео, давайте от переконаємося в цьому. Всем привет, с вами Лиза Фор, и я хотел, чтобы ты быстренько вышел, подписался, поставил лайк и написал комментарий. И если ты напишешь на комментарий, поставишь лайк, подпишешься на мой канал, я тебя, ну если ты даже не подписался на мой канал, я тебя все равно очень сильно люблю. Поэтому подпишись еще на мой инста. И тогда он будет жить точно. Поэтому подписка, лайк, комментарий. И мы лучшие друзья. И подписка на инсту. Давай, пока. Прокомментуйте, будь ласка. Да. Но есть еще одна такая штука, да, которую можно заиграться, и дети о ней не знают. И, кстати, тут больше, конечно, внимания нужно всему этому уделять родителям, потому что проблема-то, в принципе, не в детях. Дети стараются поначалу, особенно если говорить про маленькие дети, они просто стараются развиваться, да? Uh-huh. Но как развивается ребенок, на что он обращает внимание, какие он ценности растит в себе, да, это очень важно. И вот, например, когда вырастает ребенок и, да, то есть, в принципе, мы видели, ничего такого полезного или интересного особенно не было в самом сюжете, да, в последнем. Да. Да, а было только рассказывай, подписывайся, какая там, на лайк мне поставь, угу. там, люблю, там, или еще что-то, да, то есть удели мне внимание, да. Значит, как будто мою вот эту вот маску, персону, которую я представляю, увидь, какая она хорошая, и похвали ее, вот в этом как бы здесь как раз и вся ловушка. Что когда человек начинает что-то делать бессознательно, не специально, как бы, да, дети, ради вот этого признания, ради некой такой власти над аудиторией, да, и когда вот это становится самоцелью, а не что-то глубинное внутри того, что я делаю, это поделиться чем-то очень важным, ценным, интересным, а именно только, да, я гонюсь за этим, угу. я бегу, дайте чем мне похвалу. Чем больше лайков, тем краще. Лайк, так? Да. И вот это сегодня сплошная проблема, да, и социальных сетей, и в принципе, да, то есть в общении, то есть похвалите меня, поставьте мне этот лайк. И тогда как будто воспитывается некая такая внешняя часть, а внутри растет неудовлетворенность на самом деле. И чем больше я хочу, чтобы эта неудовлетворенность, она просто не подпитывается чем-то внешним. Наш внутренний мир, он подпитывается внутренним. То есть это то, что когда я делаю, что я что-то люблю, или что мне очень сильно нравится, и я могу этим поделиться. Да, вот как в первых роликах я люблю, там, что там девочка любила, там она кушать что-то. Куколка играла и кушала там смаженные яйца. Кушала что-то там, показывала, да. Вот, то есть когда это не просто такой вот процесс, чтобы посмотрите на меня, какая я есть. Дивіться, а з іншого випадку, чи цікаво буде там комусь іншому дивитися, як, наприклад, ця дівчинка смакує своїм сніданком, або як вона прокидається в ліжку? Ну, звісно, тут блог буде цікавіше, який насищить, да, правильно, свою програму чим-то цікавим. Понятно, що вот таким образом, когда девочки увлекаются, просто есть там интерес. Сначала вроде бы как интерес идет, да, то есть я могу там показать, какие у меня куклы, но потом идет, поначалу, когда это только интерес, это даже полезно, потому что ребенок делится чем-то,
чем-то для себя ценным, и что-то раскрывается, скажем так, больше. Да? Например, становится более уверенным, расслабленным. Но когда появляется вот этот щелчок и зависимость от того, что про тебя скажут, что про тебя запишут, да, так, какой а про меня... поставлять мне там той да, лайк, так, да? А пост, ага, угу. Что мне ответили на мой пост, так, хорошо, надо, чтобы больше постов мне отвечали, чтобы еще было интереснее, да, то есть вот, чтобы похвалили меня, сказали, какая я красивая или еще что-то. Вот когда я нуждаюсь вот в этой похвале, вот здесь начинается такой вот переход, когда это становится вже нездоровим. На жаль, дуже швидко утече час, як не перетнути цю межу батькам або дітям, щоб це було позитивно корисно, а от не було у цієї межі, як ви кажете. От ну, ваша порада. Смотреть, щоб дійсно ці блоги були наповнені чим-то полезним. Наприклад, чим? От, пусть це буде про питання, пусть це буде, ну, чим воно полезно, да? Пусть це буде про книги, чим вона цікава, пусть це буде про куклу, ну, не просто, как бы, да, їх життя, хоча, якщо життя, тоді це буде якийсь сценарій, про какой-то сюжет, про какую-то идею. Какую идею, какой смысл ты вложил вот сегодня в свой блог, да? Чтобы это было постоянно, наполнялось каким-то хотя бы маленьким смыслом. Если смысла нет, как от просто это съемка и показ обычного процесса, то здесь уже становится вопрос, так ли это делается для внутреннего мира или все-таки это делается для... Ну, где, не сел ли ребенок на вот эту вот ловушку в получении признания? Тобто, це и не за, и не проти. Тобто, всьому має бути міра, и вы, як фахівець, як експерт, не проти того, що діти ведуть блог, правильно? Сьогодні дуже багато в цьому ризиків, да? То есть я не проти, тому що ребенок може там реалізовуватися, дійсно. Но я же говорю, ответственность на этом есть у родителей. Они должны понимать и знать, что происходит с этим ребенком, и знать, какой это блог, что он там делает. То есть, хотя у подростков там тоже еще интересный момент, но это отдельный разговор. Ми поговоримо про це нашого наступного разу, тож будьте з нами, слідкуйте за анонсами. Анна Демір-Палат, психолог, була на цього ранку, отож дякуємо вам.